Все профессии нужны, все профессии важны. Донести и рассказать своим сверстникам о той или иной специальности, о ее плюсах и минусах, возможностях карьерного роста оказалось для ребят не таким уж и сложным занятием. На суд строгого жюри было представлено 10 неординарных, подробных и познавательных электронных презентаций. О профессиях оператор профессионального 3D-принтера и программист, электрик, дворник, экономист, судмедэксперт, пожарный. В своих работах ребята постарались рассказать не только об истории возникновения той или иной специальности, но еще и обозначили ее существенную значимость. Некоторые из конкурсантов сделали в своей презентации акцент на людях, жителях нашего города, которые прославили свою профессию. «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат». Вопрос профессионального обучения тоже не остался без внимания. Подростки подробно рассказали о том, где, в каком учебном заведении можно получить эту профессию, насколько она востребована и, что немаловажно, оплачиваема. По итогам конкурса первое место жюри присудило Дарье Поцелуевой, второе место – у Яна Шестакова. Он остановил свой выбор на профессии электрика. Третье место в конкурсе «Твои горизонты» заняли Анастасия Петрова и Полина Ефремова.